Мы рады приветствовать вас в нашей новой школе «Большая Зайка». Зайка – символ нового 2023 года. Посмотрите, какая она необычная и красивая у нас получилась. У зайки большой рост, она с ушками 50 сантиметров, до ушек у нее 40 сантиметров. Это ориентировочные размеры, потому что у каждой из нас получится своя эксклюзивная зайка. Это зависит от типа ткани, которую вы используете, и набивки. Особенность зайки – это шплинтовое крепление. Мы используем шплинт и диски для крепления головы. Обязательно научим этому вас в одном из уроков. Ушки зайки на проволочках, поэтому им можно придавать нужную форму. Мы обязательно научим вас делать такой милый, пухленький, пушистый носик из велюра и такую замечательную мордашку. Давайте посмотрим на одежду нашей зайки. Мы сошьем с вами вместе вот такое красивое, нарядное платье. Оно двухстороннее. Посмотрите, у него вот такая пышная юбка с помпонами, с фатином. Красивая кокетка, которая сидит по фигурке нашей зайки, и платье украшено бантиком. Мы обязательно с вами сошьем и такие присборенные панталоны. Они очень здорово дополняют образ нашей зайки. Обратите внимание, что у них есть вырез для хвостика. Кроме того, особенностью нашей зайки являются вот такие классные розовые лапы. Они очень мягкие и приятные на ощупь. И самое главное, они очень мимимишные. Они понравятся всем деткам. Зайка хорошо сидит, стоит у опоры. Зайка двигает ручками, ножками, принимает любую позу, которая вам нравится. Такая зайка станет чудесным подарком и взрослому, и ребенку. Шейте эту красавицу, подарите себе минуты нежности наедине с творчеством. А потом ее можно подарить самому близкому человеку.